В Ульяновске отметили День энергетика – профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности. Отрасль охватывает выработку, передачу и сбыт электрической и тепловой энергии потребителям. В правительстве в этот день наградили и поздравили лучших работников энергетической промышленности нашего региона. От себя лично поздравляю вас и всех ваших коллег с самым, пожалуй, теплым и светлым профессиональным праздником – с Днем энергетика. Электроэнергетический комплекс – это один из важнейших, стратегически значимых секторов нашей экономики. Его эффективность влияет на устойчивое развитие всего нашего региона, благосостояние каждого жителя. От результатов вашего труда напрямую зависит стабильность работы предприятий, надежное обеспечение теплом и светом населенных пунктов. За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса, высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд лучшие специалисты отрасли получили благодарственные письма, грамоты, ценные подарки от Министерства энергетики Российской Федерации и губернатора Ульяновской области. Те люди, которые находятся на своих постах, они, как никто другой, чувствуют свою ответственность за всю отрасль, за гордость за ту работу, которую они делают. И в этот день мне хочется сказать огромное спасибо дорогим коллегам, соратникам по цеху, так скажем, за тот труд без оглядки, который они вносят, жертвуя своим личным временем. Милена Исакова получила почетную грамоту от главы региона за свой труд в сфере энергетики. Она трудится в корпорации развития коммунального комплекса Ульяновской области со дня открытия и очень любит свою работу. У нас теплоснабжающая организация, которая несет тепло людям в дома, школы, больницы и все такое. Сейчас на улице холодно, как раз-таки наша работа очень заметна и существенна. Председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков пожелал специалистам энергетической промышленности не останавливаться на достигнутом и оставаться локомотивом региональной экономики на благо жителей. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Ол-Правда ТВ.